я уже включила его. Убирать. Супер, потому что тут нет реакции. Нам потом... Помощник, это положится. Нет. Сколько ты набрали вот это? Лиза! А, так фоткать там надо. Рядом. Там чистый у меня дадут. Я
Отличная. Да, 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 отличный мальчик. Очень хорошо. Приятно. Упражнение начинается. Вот собаки. Сидеть. Рядом. Нет, я ровнее. Ну, это как-то совсем завалили его. Ну, по полу. На Москве они еще такие много. Она на проекте. Но дальше я сверху его полила еще фронтлайном, чтобы они ее даже не садились. Но они проекты все равно притаскивают домой. Они притаскивают, но они не успевают. Да, не сажают. Фронтлайн они тоже могут. В общем, она у меня и на проекты, и на фронтлайн. Да они на все могут. Но Локи сейчас на фронтлайн. Фронтлайн спрей или на капли. А, на капли. Потому что я фронтлайном спреем полила еще сверху, и ничего. Вот это единственное, что нас спасло. Ну, в Москве их еще гораздо больше. В Москве вредных последних. Теперь плазмозных у нас все-таки их меньше. А там вот чуть южнее уже все. Ну, я просто к тому, что Лакита и так нездоровый. Да ну, зачем это? Проект, печень, все. Пусть у сипарика есть, они на месяц, у них, значит, меньше действующее вещество. То есть, как бы, там, лайк. У меня даже куплено, я не смогла дать. Надо кому-нибудь ее презентовать. Ну, может, мне дать. У меня срок года, могу тебе купить. Да не надо покупать, так принес. Да не, ну, что? Я, в принципе, я на таблетки больше меньше надежда. Купить купила, а дать не смогу. Тоже было ой, еще пошел куда-то. Остановка 10. Мы дожили.
круто. Сосисочная остановка. Да, сегодня. Да, блин, ну вот между упражнениями очень красиво. Мне кажется, теперь надо на это нам как-то сконцентрироваться. Как вот в Сущипаре в лагере было у Вари. Вот прям терьера кормили только между упражнениями. С то, что вот он это не отвлекается. Нет. Ну как-то она так. Она, конечно, подзавелась так немножко. Я же покормила там. Но она медленно вот это. Нам все равно. Медленно? Вы не видели медленно? На лапах. Понимаешь, я же хочу она одним движением. Садится она хорошо, ложится она. Настя сказала, что это вообще не моя посадка. Фактически. Да, Настя все время нас успокаивает за это. Говорит, за скорость вас снимать не будет. А мне все равно стыдно. Ну, хоть квадрат нашла. Да. Значит, надо остановку поработать. Так, в принципе, она бежала прямо, пока я ей не сказала. Вообще офигенно молодец. Смотри, полностью все. И главное, что мне это не пришлось, знаешь, там что-то делать неправильно. А я там что делать. Останавливать трудно. Все, вообще полностью все программа. Челюсть, наша звезда. Хочу уже, чтобы это нас куда-нибудь. Ну вот из зала уже куда-то перебраться, чтобы разная обстановка была. То все время в этом зале, оно как бы такое. И будет. Потому что мы когда в поле ходим там. Лаки будет включать бортер-коли, бортер-коли. Так все, да? Да. Yeah.